Первый заместитель главы администрации города Андрей Бандурко поздравил сотрудников госавтоинспекции с профессиональным праздником и вручил благодарности от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и главы города. С профессиональным вас праздником! Мы знаем, что у вас очень сложная и ответственная работа. Вы стоите на защите, так скажем, наших граждан, участников дорожного движения. Отвечаете за их безопасность, за безопасное передвижение по нашим северным дорогам. Мы знаем, что работа у вас ведется круглосуточно. Вы прикладываете очень много усилий для безопасности дорожного движения. И также уверены, что в будущем все у нас будет хорошо складываться. И смертность, и аварийность на наших дорогах будут только снижаться. Также с поздравлениями в адрес сотрудников обратился начальник госавтоинспекции Губкинского Виталий Курзенков. В госавтоинспекции ОМВД по городу Губкинскому служат 38 сотрудников, из них 25 сотрудников, которые непосредственно несут службу на дороге. И в этот день хотелось бы поздравить всех сотрудников, ветеранов службы, пожелать мирного неба над головой, здоровья, семейного благополучия, верных друзей. Всего в этот день заслуженные награды за добросовестное обеспечение безопасности дорожного движения и выполнение служебных обязанностей получили 14 сотрудников госавтоинспекции.